Всем привет! Было очень много обращений по поводу показать самые недорогие автомобили, которые есть, и автомобили под разборку. Сейчас Леонардос покажет автомобили, которые есть в наличии, сколько они стоят, как можно заказать на разборку и как это все происходит. Сейчас чуть-чуть расскажу, как это все работает, если машина покупается на экспорт. Ну вот, например, Кеди был продан за 600 или 700 евро, 2 литра SDI. Клиент приедет за ней, мы снимаем движок, задний мост, и он дальше сам себе разбирает, что ему надо. У нас остается шасси и катализатор. Катализаторы мы не продаем. Вот тоже пример, Charan дизель, шестискоростная коробка, если не ошибаюсь, да. Тоже был продан за 600 или 650 евро. Та же самая история. Катализатор у нас. И клиент может разобрать с него, что хочет. Забирать, то бишь. Мы снимаем движок, задний мост. Сейчас там покажу еще на территории пару машин. Так, транспортер еще пока что неизвестно, что с ним. У него что-то проблема с коробкой. Или чинить будут, или может на разборку пойдет, еще неизвестно. Вот пример, она еще не продана, но вот 500 или 600 евро стоит, надо уточнить, не помню. Та же самая история. Если клиент хочет машину, я завожу, делаю видео, клиенту нравится, он мне отписывается, машина продана, я откладываю ее. Транспортер также был продан за 1400. Что-то еще было продано, Peugeot 407 в дизеле за 500 евро. Был продан. Так, он 2005 года. Двухлитровый. Все, клиент приедет, сам себе разберет. Дальше, Passat. Этот, по-моему, был за 300 продан. Я уже не помню точно. Он уже продан. Golf 4 был за 350 в дизеле. Тоже продан. Ксеноновые лампы. Дальше. Vito старый был за 500 евро продан. Он целый уезжает. Его забирают целиком. Так тоже можно. Но не все машины, конечно. Другие должны быть списаны. BMW тоже целиком была продана за 2000. У него была проблема. Какой-то дефект двигателя, не помню. Но он заводится, все, едет. Ну вот так это все работает. А вон там потом контейнер паркуем сзади. И там уже погрузка идет. В данный момент сейчас там тоже погрузка идет. Ну, вот так все и работает. Значит, смотрите, разборка Леонардоса находится в Амстердаме, в Голландии. Там он разбирает и отправляет автомобили. Можно как заказать автомобиль как целиком, так и частями. Он сказал, что они могут снять мотор, могут снять задний мост. А остальное уже либо вы сами снимаете, либо договариваетесь отдельно. То есть это уже как бы повод для отдельного разговора. Дальше отправлять целиком можно автовозом. Если частями, тогда уже контейнером. Нужно уже тогда договариваться полностью о забитом контейнере. Что касается растаможки. Ну, целый автомобиль, понятно, таможится как целый. Если частями, тогда у нас нет акциза. Ну, я по Украине скажу. Если автомобиль частями растамаживается, тогда вы платите только 10% пошлины и 20% НДС. То бишь 30% таможенных платежей. Вот Golf, который там 300 евро стоит, да, вы 90 евро таможенных платежей оплатите, и все, автомобиль едет в Украину, но потом уже его, естественно, нельзя будет не растаможить, ничего, ну, имеется в виду ездить, то есть это запчасть, ездить на нем нельзя, только его на запчасти резать, как донора. Вот, в принципе, все остальное, там, из Казахстана много ребят спрашивало, тоже договориться за автовоз или за грузовик, который отвезет, все можно, звоните, телефон мой будет в описании, обо всем договоримся. Все, ребят, до новых видео. Так, смотрите, сейчас Леонардос еще походит по территории, посмотрите, как это выглядит. Территория большая, машин много. Всем интересного, удачного просмотра.
Yeah, it's a lot.